Зона хаоса. Тьма включается не за грош. Девчонка была хирургом и певчей птицей, непревзойденным и неумолимым мастером колющего и режущего оружия. Со всеми обидами наготове мы встретились в клубе любителей нейроубийства. Я вошел бестелесным, неструктурированным никто, и сквозь меня просвечивали стены, воплощенные шрамы на зарубцевавшихся ранах. Невозмутимые и беспринципные отморозки в третьем поколении. Мы накачивались наркотой, пока мир вокруг нас травился собственными токсинами. Печальные тени в ее волосах. Медленный танец сигаретного дыма, прикосновение прохладной бутылки, что мгновенно теплело, когда исходящие диаграммы наблюдали за нашими перемещениями. Улицы — драгоценные огни, колыхавшиеся под плоскостью реальности, ее шершавый язык словно окись железа, когда мы поднимались куда-то в кабине лифта. В ее волосах прячется телефон. После этого я утратил всякое ощущение времени. Ненадолго. Чья-то квартира. Я смотрел на какой-то непонятный ящик из хрупких частей, весь оплетенный поддельными проводами. Октябрьский переключатель. Так он назывался. У меня было что-то похожее. Аппарат активации. Что у меня в голове проносились какие-то странные образы натяжения, разрядки и распадающихся наплывов. «Тело царит на земле», — вспомнил я. «Насущная ложь». Лампочка раскачивалась под потолком, словно повешенный призрак. Я провел тонким лезвием через смазанный центр входного штампика у себя на запястье. Рана раскрылась, растянувшись в полоску клейкой крови. Это было похоже на железнодорожный разъезд. Параллельные линии пути встречались и расходились, расщепляясь в пропитке красного цвета. Кто я? Элементальный трепет этерической тяги заколыхался в натриевой тьме справа, едва различимый сквозь мозговую пену. Внешнее влияние натянутое, как серебряные тросы на сцене. Я был в очень плохом состоянии, глубинная маскировка, я снова в ней потерялся. Я был Алексом, ультраярким героем, или что-то типа того. Я встал, протискиваясь сквозь вязкое пространство, и натянутые узоры дрожали, как паутина. Девочка, дитя лофта, готовила снаряжение в задней комнате. Ее кожаный кокон для переноса был центром большой паутины в высокочастотном поле. Эффект Кирлиан. Трансформационные настройки увязли в темноте. Она застряла, ее засекли. Ей придется умереть. Но я еще не закончил. Этерические нити по-прежнему пронизывали меня. Тем лучше. Я взрезал бритвой застывший кокон. Ленточки студенистого активизатора протянулись от ее бледного лица. Она даже не шелохнулась. Сидела, уронив голову на руки. Кресло уже отъезжало в угол, когда на передней панели открылись электропроемы, и в комнату хлынул поток элементов, налитые кровью интервалы подземного перемещения и магические полеты. У нее была маленькая и изящная голова. Сгенерированные долю секунды назад, ее дух вошел в талый хаос падшей зимы. Краткосрочные люди свирепо набросились на нее за восхитительные видения, и она умерла на 1-2 отметки. Годы соединились в сговоре, отрицая друг друга. Семья попалась в ловушку восторга перед знаменитостями. Их жизни в сухом доке. Детей потрошили, как перьевые подушки, и сгребали в системы. Хирурги передавали свои ошибки. Культура красила листья в зеленый цвет, хотя они уже были зелеными, завершенными и повторенными не один раз. И от этого было так мутно и нехорошо. И птицы бросали монетки в раскрытые клювы голодных птенцов. Она научилась плакать с закрытыми глазами. Слезы текли под кожей и омывали череп. Ранние сны рушились, как империи. По крайней мере, можно было не опасаться, что ее ярость умрет среди лжи.
изгнанная и доверчивая. Она прозревала систему в событиях, пряталась в толпах, изучала каркасы людских потребностей и фантазий, что протянуты между людьми, как канаты на зазубренных театральных подмостках. И только потом поняла, что другие этого не видят. Налитые кровью ущелья обид, глубокие раны, крики в больничных палатах, удаленные деньги, клетка, застеленная снегом. Белая девочка свернулась калачиком вокруг белой души. И доминанты выделили ее из общего хора. Новые отцы научили ее работать с заряженными сигилами и использовать их как оружие и красться по городу на чувствительных коготках. Но что-то прежнее в ней осталось, незаметный изъян, что обыскал тайники и украл секрет, священная телеметрия. И все это хлынуло прямо в меня за мгновение до того, как ее голова разорвалась, словно воздушный шар, наполненный водой. Левая половина тела горела огнем. Я сотрясался в рыданиях. Несколько слоев кожи, как не бывало. Она была так мучительно, так агрессивно, красиво под своим макияжем. Везучие люди не верят в удачу. Неудачники знают, что она все-таки есть.